В обед я приехал в технический отдел полиции, там, где меня как раз и задержали, доставили в следственный комитет, допрашивали, оказывали давление и говорили, то, что я создал группировку вот этого ОФГ 31 комплекса, и говорили то, что я помогал финансы с малолетних подростков, хотя я этого не делал. Составили бумагу по 91-18 класс, то, что я был задержан и на время 91 статьи. Ваша честь, я вину свою не сознаю, я этого не делал. Я работающий и женатый человек.